13 апреля 2020 год, Харьков, 4:53 по Киеву, на 50-й параллели северной широты. Очередная попытка поснимать триаду Луна, то есть не Луна даже, а триаду Юпитер, Сатурн, Марс. Но дымка у нас, да еще и ветер, как очевидно, по камере. Довольствуемся, руками надо держать, посмотри, что творится. Да. Ладно, где наши? Совсем ветер серьезный поднимается. Юпитер вижу, Сатурна вижу. Марс чуть левее и ниже, где Марс. Ладно, давай попробуем с Сатурна начать. Да, почти начал Сатурна, молодец. Случайно оказались рядом с ним галилеевые спутники. Так, справа это у нас Европа от Юпитера. Слева идет Ио. Потом идет за ним Ганимед. И сейчас будет влезать в кадр отшельник Каллисто. Сейчас Юпитер, а вот как раз Юпитер прячется, Каллисто появляется. Красота. Эпс. Сейчас попробуем тебя поймать. Ты посмотри, как быстро смещается. Ну ладно, хоть чуть-чуть Юпитера поймали. Пошли пробовать искать Сатурн. Сатурн. Вон он, ты вижу. До Юпитера 700 миллионов километров. До Сатурна 1,5 миллиарда километров. То бишь вдвое дальше. Я уже не говорю про то, что габариты у Сатурна, конечно, не юпитеровские. Что ж ты? Никак. О, тяжело, тяжело, конечно, с такими увеличениями попасть. Захватить наших красавиц в кадр. Да еще так, чтобы они
по диагонали поднимались. Главное, чтобы хватило нервов заряда батареи и срока жизни. Там все получится. Коронавирус предоставил нам прекрасную возможность позаниматься. О, я даже вижу кольца. Даже через эту дымку вижу кольца. На экране, надеюсь, это будет на большом даже лучше выглядеть, чем на этом спичечном коробочке. Ну, не фонтан. Ну, видно, что кольца видно. Так, где Сатурн? Ой, Сатурн, где Марс? Теперь остался у нас Марс для комплекта. Не попаду, наверное, на него, да? Пытаться буду. Марс или не Марс? Или опять 25 был? Как с Сатурном, который оказался Юпитером. Да иди вроде Марс. Так что мы собрали 3 крышечки. Можно собой гордиться. Где же мое терпение? Дымка, ветер, все на свете, все. Весь мир против нас, но тужимся. Все, ушел. Наверное, это лучшее, что можно сделать. Так, ну, как бы даже, по-моему, эта фаза и есть Марса. Освещена слева солнцем. Все совпадает. Треклятый ветер поднимается. Рассветный. Все, у нас комплект. Марс есть, Сатурн есть, с кольцами даже, Юпитер есть, со спутниками, да.
Мне сейчас. На экранчике не видно, но надеюсь, на мониторе будет видно. Ой, все три наши красавицы звезды. Поп-звезды планетки. Юпитер виден классно, Сатурн различает. Да, по-моему, даже все три я вижу. Или это меня уже... Такое желание их увидеть, что их сам себе рисую. Не, вижу, 100%, все три вижу в кадре. Красотень, все. 13 апреля 2020 год.